8-0, уверенно, и самая крупная победа Шерифа в этом году. И мы, собственно, смотрим забитые мячи. Пащенко подает. Луванор забивает первый мяч. Второй мяч Луванора. На этот раз с передач были мы. Третий гол Шерифа и первый гол Джулиана. Распасовщик Маяль. Даже комментировать особо ничего не буду, просто констатировать. Четвертый мяч Шерифа и второй гол Джулиама. Луанор ассистент. Так что 4 очка по гол плюс пас системе набрал Луанор. Пятый гол. Это уже Пайрель ассистент и Коби Маяль адресат. Один из самых красивых голов сегодняшнего матча. Хотя выбрать сегодня самый красивый будет сложновато. Балима помогает Луанору оформить хет-трик. И тоже вот еще один очень красивый гол. На этот раз Джулиан тоже хет-трик оформляет. Ну и последний гол сегодняшнего матча. Все тоже Джулиан с передачи того же Пащенко. 8-0. Я поздравляю вас. У нас последний тур остался в субботу. Приходите обязательно, не пожалеете. Ну а пока всего доброго. Спасибо, что смотрели.